Нас учили кланяться могилам, к вечному огню цветы нести. Каждый год неведомая сила праху поклониться нам велит. Мы никогда не должны забыть эти дни. Никогда мы всегда должны вспомнить, что были. Не дай Бог, что оно не повторилось. Детям, внукам объяснить, рассказать, чтобы никогда никто не видел этого войну. Нигде, чтобы оно не повторилось. Спасибо Горбатенко Николаю Николаевичу, когда вот этот архив нашел, он привез. Показал меня, я честно не смог держаться, я плакал. Но я вынужден был вот это сделать. Почему? Потому что это 11 050 азербайджанцев. Тут шагами с Азербайджана до Берлина дошли. Поэтому сегодня для меня как родной брат Денис Дамирович Алиев. Он тоже сын фронтовика, и я сын фронтовика. Мы вдвоем с ним вот здесь, на этом месте подняли вот этот мемориал. Для нашего клуба «Будинок культуры» я передаю гильзы, осколки, из яких загинули сегодняшние нащадки и правнуки наших украинских солдат. Из Миколаєва, із всієї України. Директор Українського сільського клубу Тетяна Душко приймає ці дуже-дуже дорогі свідоцтва бойових дій. Це для вашої, для школи і для музею. Азіз бажанці, ребята, українці, я восхищаюсь вашей дружбой, вашей сплоченностью, как вы нашли силы, нашли желание помочь создать этот монумент. И мы каждый год с большой радостью здесь встречаемся 8-го, 9-го, в основном 8 мая, да? Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війни. Були шляхи, дороги, наш народ до перемоги. І солдати, дідусі посміхаються. Світла пам'ять загиблим у боях за визволення захисту честі та гідності рідного народу. 3000 километр азербайджанский народ, вот эта дивизия, которую от Азербайджана приехали в это прекрасное, в эту землю, и где погибли за свою родину. Я скажу украинским народу, спасибо, спасибо вам, что вы нас всегда поддерживаете. Вернись домой, солдат, обязательно вернись. В полях боя родной, от пуль ты берегись. За священную землю ты мужественно дерись. Врага на границе остановить торопись. В опасные дни отчизны ты страну защищаешь. Родину Украину в беде не оставляешь. Ты настоящий герой, духом побеждаешь. Ты национальный герой. Народ свій захищаєш. Сьогодні ми сумуємо, але ми радіємо від того, що ми змогли зберегти цю пам'ять. Пам'ять то привілей живих. Вони за нас моляться, вони дивляться, яким чином ми продовжуємо жити на нашій вільній Україні. Єдине, що вони не можуть за нас пам'ятати. Дружественний братський український народ не забувають.
неоценимую жертву, которую азербайджанский солдат принес в борьбе за свободу этой прекрасной земли. Это также свидетельствует о большой работе, проделанной со стороны азербайджанской диаспоры Николаевской области, которая чтит и помнит и сохраняет незыблемую историческую память о славных сынах своего народа. Вечная память героям. И от себя лично хочу поблагодарить Николая Николаевича за проделанную работу. И хочу сообщить, что братские связи между украинцами и азербайджанцами, она и сегодня жива и продолжается. Большая трагедия была в 20 веке, трагедия Второй мировой войны. Она оставила кровавый след в истории человечества. Десятки миллионов людей были убиты. В этой войне сражались плечом к плечу представители разных национальностей. И то, что сегодня мы собрались очередной раз здесь, возле мемориального комплекса, который был возведен благодаря Юнусу Алиеву, Горбатенко, Николаю Николаевичу, Анаре Ахундову и другим участникам, еще раз демонстрирует, что наша память всегда остается с теми страданиями людей, и мирных жителей, и военных, которые не зря боролись за будущее человечества. И сегодня пусть будет солнце над нашими городами, нашими странами, мирное небо пусть будет вместо войны. И я призываю день памяти нашей победы, общей победы, минуты молчания почтить всех людей, которые погибли в этой войне. И слава Украине, и слава Азербайджану!